Всем привет, продолжаем знакомиться с работами художников. Ян ван дер Страт, также Джованни Страдана или Страданус, фламандский итальянский художник эпохи маньеризма. Родился в 1523 году. Ян ван дер Страт изучал живопись в художественной мастерской своего отца и позднее у Питера Артсена в Антверпене. В 1545 году он вступает в Нидерландскую гильдию художников Святого Луки. В 1550-м Ян ван дер Страт приезжает во Флоренцию, где работают у Джованни Вазари и герцогов Медичи. Вместе с Франческо Сальвиатти художник декорирует римский дворец Бельведер близ Ватикана. Я пользуюсь данными Википедии. После возвращения во Флоренцию украшает росписями Палаццо Веккьо и виллу Поджио Окаяна. Для галереи герцога Франческо I в Палаццо Веккьо Ян ван дер Страт пишет два полотна, в том числе свою известную картину «Лаборатория алхимика» – это 1570 год. Художник был иллюстратором божественной комедии Данте. Известен гравюрами и картонными коробками для гобеленов. В 1565 году он был одним из художников и скульпторов, которым было поручено под руководством Джорджа Вазари создать гигантский декор, предназначенный для въезда во Флоренцию Жанны Австрийской по случаю ее свадьбы с Франциском I Медичи. На него большое влияние оказали маньеристы, в том числе Микеланджело, и он внес свой вклад в развитие великой исторической живописи в итальянском стиле. Написал несколько алтарей для флорентийских церквей. Активно работал гравером-рисовальщиком на гобеленовой мануфактуре Медичи, для которой нарисовал более 130 картонов, иллюстрирующих методы и историю рыбалки и охоты. После пребывания в Антверпене в 1578 году он посвятил большую часть своей деятельности гравюре. Умер во Флоренции в 1605 году. Ну вот так вкратце из Википедии о художнике Ян ван дер Страт, также Джованни Страдана или Страданус. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.